Introducing fighting out of the blue corner. Бойцу 40 лет, рост 168 сантиметров, вес 71,4 килограмма. 40 years old, he stands 168 centimeters tall, official weight 71.4 kilos. Его профессиональный рекорд 36 боев, 22 победы, 14 поражений. His professional record 36 bouts, 22 victories and 14 defeats. Его стиль бразильское джиу-джитсу. His style in Brazilian jiu-jitsu. Дамы и господа, претендент на титул чемпиона мира UFC, обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Ladies and gentlemen, here's UFC lightweight world title contender and Brazilian jiu-jitsu black belt owner. Встречайте, from Brazil, Hermes Franco. Бойцу 20 лет, рост 175 сантиметров, вес 71,2 килограмма. Его профессиональный рекорд 11 боев, 10 побед и только одно поражение. Его стиль ММА, и он является чемпионом организации WWFC. Дамы и господа, встречайте, представляющий бойцовский клуб «Ахмат» Россия, Черный Волк Асхабов! Рефери боя Сергей Переховский. Ну, вот вы знаете, когда выходят ветераны подобного калибра, это, конечно, круто. Да, это интересно. Сейчас загнули его рекорд. Человек немножко увидел на это дело. Ну да, и потом мы помним его поединок против Шамиля Заурова, в котором Шамиль его... Да, кто не помнит, кто такой Нейт Диас, посмотрите последние события новостной ленты по запросу Хабиб. Да. Ну, экс-ветеран UFC, видевший, наверное, все и вся. Так что Гермес Франко здесь дополнительно представлять, я думаю, нет никакой необходимости. Ну, со времен UFC больше проиграл, чем выиграл. Ну, но, да. Тем не менее, уровень есть уровень. Вот. И все-таки это, в первую очередь, представитель бразильского джиу-джитсу. Соответственно... Черный пояс. Да, соответственно, страшен в нем первый раз, в первую очередь, партер. Да. Вот. А в партере не обязательно быть... сильно быстрым, на что первое влияет возраст. В партере нужно быть. В партере нужно быть. И технически хорошо все понимать. Но, тем не менее, вот сейчас вот именно скорости ему не хватает, да. Хасан Асхабов, я думаю, прекрасно понимает, что ему чисто ввязаться в такой бой на клинче. Ну, как-то пока он не чувствует свою игру, мне так наверное, кажется. Просто не надо. Оба совершают такие ошибки. Мне кажется, что Хасан немножко торопится. Ему сейчас подгорает. Просто подвигаться немножко, да. Просто подвигаться, джебом пощупать, попробовать побить оттуда. Ну, бразильцы, видимо, не один раз его били. Вот, и в принципе тут... И все в защиту. Ну, мол, давай, показывай Гермес Франко, и ловит мидл в печень, да. Не, бразильец не из пугливых. Вопрос в том, насколько он как бы пробит и не пробит. Вот колено сейчас хорошо получил, может быть, даже потерялся. Ну, учитывая, что Шамиль-то ронял уже здесь. Удар у него хороший. Нельзя до бесконечности перекрываться. Это пока все в защиту. А вот это прошло по бороде уже. Ну, бразильец потерялся, да. Оседлал его практически. Сейчас уже Хасан Асхабов. Пехотинец, да? Кавалерист. Это вы сейчас Сан Саныч Каренин. Так. Не видно было, что был за перевод, но... Уронил, в общем. Уронил, каким-то образом уронил. А вы сейчас апеллировали к фрейзе Сан Саныч Карелин. Да. Что по поводу волнения. Эмоциональное подгорание, волнение – это вещь, которая может... оседлав которую ты станешь как всадник против пехотинца, а иначе ты будешь, наоборот, как пехотинец, который несет коня. Вот, то есть либо пехотинец, либо всадник. Вот, это действительно так. Ну и, видимо, справился со своим волнением Хасан и начал работать. Вот, пока у него
больше получается. По крайней мере, в ударах он все-таки подпробил, такое ощущение. Бразильцы. Конечно. Колени конечно, пошли конечно. Хорошо. Колени пошли хорошо, нормально, и в разрез что-то печень. Стало попадать. И, в принципе, ну, к 40 годам понятно, что есть уже определенный износ, но здесь Хернес... Вот и задача на соперника, вот да, на соперника влезть. Вот и как раз о котором мы говорили, вот сейчас, если заберется за спину, будет, конечно, не очень хорошо. Вот, имеет все шансы. Сейчас уже нет таких шансов, но вот, например, под треугольник вполне себе ситуация. Ну-ка. Да. Руки вперед вытянул. Тоже бразильцу лучше не отдавать. Ну, я бы не сказал, что Франко сейчас как-то сверху старается атаковать, а только расцепил. Многие сразу приглашают его, Хасан, вставать. Логично, конечно. Зачем так потребуется? Ну, здесь в размене, такой открытый размен, но здесь это сильно не в пользу Франко. Ну, уронил. Ну, так и будет падать от него сейчас. Вот, отличное решение. Отличное, но там он стоял в какой-то момент на одной руке, это было опасно. Ну, все правильно, то, что проходит. Вот, попытка, опять же, взять удушающий. Но вот если возьмет, то вполне может быть, почему нет. Мне, правда, кажется, что вряд ли. Все-таки для такого удушающего слишком мутный соперник. Посмотрите, насколько внимательно великий Сайтив смотрел. Какой там, как взята шея. Ну, наверняка он разбирается в таких вещах. Хоть в вольной борьбе запрещенный прием. Но человек, который является мастером в одном виде единоборства... Безусловно, понимает, что происходит. Безусловно, да. Понимает всю механику происходящего. Так, захват ноги. Ну, и сбоку так пощелкать. Видите, бразилец лежит почти на всей спине. И когда соперник делает так, то, соответственно, не представляет какой-либо серьезной угрозы в большинстве случаев. Кроме как, может быть, захода за спину. Но и для этого лучше, как бы... раскручиваться. На внизу в партере нужно находиться как жучок. Вот, постоянно на спине стараться стоять там на 3-4 там, 5 позвонках. Вот, все остальное начинает работать. Ой-ой-ой. Бразилец мужчина говорит, показывай, бей, давай, мне не страшно. Но при этом лучше ему от этого не становится. Все равно получает ведь. Видимо, первый раунд, получит, наверное, доживет, раунд, а да. Что будет во втором, в третьем, по одному богу известно. Вот это, наверное, самый зарубной бой с точки зрения, ну, как веса, поскольку показано, что Хермес гоняет это здорово. То есть при номинальных заявленных 71,4, это, простите, на вид даже под 80, причем и под нормальные такие 80. В углу Хасана его брат, тоже боец этого промоушена. Они тут выступают почти на каждом турнире. И, в общем, насколько я помню, пока его побеждали. Вот, так очень смазанно начался поединок, несколько неуверенно. Ну, понятно, почему, потому что соперник все-таки такого уровня, такой именитый, выиграл серьезных бойцов. И вот представишь, что вот так сейчас ему возьмешь, накостыляешь, ну, сразу это не поверишь, это надо начать костылять. Вот, и потом уже по ходу, о, слушай, правда, смотри-ка, он идет, падает. Идет, надо дальше двигаться. Все-таки они падают. Вот как раз Шамиль подошел в угол. Ну, Шамиль, насколько я знаю, он как бы является тренером. Клуба «Ахмат». Ну, по крайней мере, его всегда можно увидеть как секунданта. Ну, на всех, да, практически. Наверняка он является тренером команды. Если нет, то является представителем этой команды. Чарльз Андраде, сейчас прошу прощения, маршал, даже перебиваю. Чарльз Андраде, которому еще выходить драться. Причем уже в основном карде. Секундирует абсолютно всех бразильцев. И, честно говоря, видимо, вот настолько все равно. То есть человек не надо там разминаться, готовиться дополнительно. Да, просто кто не знает, у него скоро бой в карде этого же турнира, по-моему, наверное, главной карде. Когда-то он приехал в Россию и сразу дрался ни с кем иным, с нашим звездным Вячеславом Василевским. Угу. На тот момент он смотрелся ему серьезной оппозицией. Вот, и Вячеслав его забил, по-моему, в таком втором раунде.
или что-то около того, могу ошибаться. Ну, Андраде рассказывал всем, как он классный в плане борьбы. Рассказывал. Ну, чувачок любит поговорить, это как раз из тех. Да, он такой разговорчик. Парень с Фавел, поговорить без вопросов. Подраться тоже не против. Но он все-таки как представитель джиу-джитсу в основном работает. Ну а что, его один из крайних боев мы с вами вполне себе с одним из братьев Ильиных видели. Да, да, да. И его не рассматривали как серьезного соперника. Не рассматривали, как выяснилось, зря, видимо. Да, абсолютно зря. И он быстренько сделал скрутку пятки, победил в этом бою и обеспечил себя, наверное, благодаря этой победе, в том числе и дальнейшей работе в России. В том числе. Потому что он снова стал интересен. Победа над одним из братьев Индиев, серьезными, причем известными сегодня бойцами. Это была, конечно, заявка на то, что как бы есть еще порох. Ну и порох есть. Вот попробовал проход. И сейчас главное не отдать шею. Это было бы очень опасно. Там пока одна рука. Одной рукой никто еще не душил из этого положения. А если и душил, то с очень разных уровней. Уровни именно подготовки. Уровни подготовки, да. То есть. Ох ты! Свип – это то, чем славится, конечно, бразильская джиу-джитсу, а вот треугольник, но пока нога не лежит на плечах параллельно плечам, это все не страшно, это легко срывается. Что, собственно, и случилось. Ну, вот, в принципе, бразильец показывает то, чем сильны все бразильцы, пробует делать треугольники. Знаете, у меня полное ощущение, Маршал, что он только-только начал так подразгоняться, затаскивает в такую вязкую партерную игру, где будет стараться забрать именно позицию. Может быть, один раз, но доверно. Он понял, что все-таки не нужно ему стоять стойки, и начал подтапывать, идти вперед. И он уже начал это делать под конец того раунда. Но под конец того раунда он делал это по большей части зря. Видите, как он бросает удар и при этом опускает руки. То есть вот один удар он бросает, он даже в него вкладывается, но он у него достаточно медленный. Вот, и обратить внимание, опять же, на опущенные руки. Хорошо сейчас как бы сместился в ту сторону, а то... То уши могли влететь. Влететь, на этом могло бы. Ну, могло и не могло. Так. Так, вот я не очень верю в гильотину с рукой. Для этого надо быть хорошим мастером. Но, с другой стороны, перед нами есть хороший мастер. Кто его знает, может быть, и задушил. Хорошо, взялся. Да. Да. Задушил. Да, задушил. Ну, вот и опыт. Вот вам, пожалуйста. Вот вам и 40 лет. Друзья, давайте должное, как бы. Этот человек победил в свое время Нейта Диаса. А Нейт Диас – это один из топовых бойцов мировых вообще. И сейчас верхом... Два раунда вот так получал, и в итоге взял свое. Верхом на Чарльзе Андраде, которому, опять-таки, скажу, выходите. Здесь разочарование, конечно, понятно на лице абсолютно всех, но надо понимать, вы приглашаете экс-спортсмена из UFC, неважно абсолютно в каком состоянии, это человек, который в любой момент способен тебя удивить. Андраде показал пальцем куда-то на трибуны, сказал поблагодарить этого человека. Ну, посмотрите, три крайних проигрыша, обратите внимание, три нокаута. Во втором раунде, в первом раунде человек выходит. Что прошло, обратите внимание, с 13 июня всего ничего. Ну, давайте так, вы отмотайте назад и посмотрите, какое количество у него побед. Конкретно скажу, 22 за всю карьеру. И множество побед над славными бойцами. На такому бойцу действительно проигрывать, это большой опыт. Смотрелось, по крайней мере, Хасан очень хорошо. Мог победить, и чего ему в дальнейшем... Ну, просто здесь скорее не хватило опыта, между прочим. Да, чуть-чуть опыта, и все. Аплодисменты его сопернику Хасану Асхабу.